Среднюю зарплату хотят довести до 30 тысяч рублей. Сегодня большинство россиян зарабатывают от 16 до 29 тысяч. Однако средняя зарплата по стране, напомню, она высчитывается как средняя арифметическая всех оплат труда, от самых низких до самых высоких, почти на треть больше, порядка 28 тысяч рублей. Разработать механизмы, которые позволят уравнять показатели зарплат хотя бы до уровня средней, должна рабочая группа, которая будет создана при Минтруде по поручению вице-премьера Ольги Голодец. Кто войдет в ее состав, пока неизвестно.